привет всем, кто зашел на канал «Наша жизнь в Америке. New Life is my life», а также привет тем, кто случайно попал и сейчас уже спешит подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Сегодня мы идем в Sam's Club. Мы уже были в Костке. И эта серия будет, видимо, отдельно от Костки, потому что большие ролики тяжело грузятся. Какой-то темный коридор в Sam's Club. Здесь обычно едят, но что-то сегодня забыли свет здесь включить или что. В общем, идем посмотрим, что-то будем покупать. Что-то будем посмотреть. Тачки сегодня есть, не надо никуда бежать, это радует. Опа. Так, куда мы направляемся? Так, у нас есть, значит, мы сейчас купим салат, сосиски здесь купим, потому что все сосиски детям не понравились. Ну, в общем, они и взрослым не понравились. В общем, они никому не понравились. Мы показывали вам, что покупали сосиски в Костке. Мы покажем их еще раз, чтобы те, кто живет здесь, не купили, не купили их второй раз, потому что, ну, реально, сосиски с костками, сосисками Костка ложанула по полной программе. Они реально были невкусны. Вот, поэтому мы возвращаемся к сосискам из Sam's Club. Еще мы, наверное, зацепим авокадо. Авокадо, сок, ну, апельсиновый. Да, да. Вот, ну, в общем, сейчас будем что-то брать, а вы будете смотреть. А, давай, да, более зеленые, эти мягкие какие-то. Берем авокадо, 4,18, написано большие. Зай, самые зеленые. Вот у меня есть вообще зеленые. Вообще зеленые, потому что там пару коричневых есть у нас дома. И вот здесь один такой хорошенький, тоже готовый к употреблению. Так, теперь мы отправляемся за соком. За соком и... А влезет у нас молоко и сок в холодильник? Влезет. Ну, раз влезет, значит влезет. Мы берем наш любимый апельсиновый, средней мякоти, сок. Опа, он стоит 5,06. И в тачку его. Так, молоко мы уже купили, творог купили, сметана есть, яйца. Яйца есть. Значит, идем за сосисками. Где наши сосиски? А, вон внизу, 5,98. Берет Маришка, потому что холодильники бьются током. И я не хочу биться током. Тебя током не ударил? Не жалко. Тебе не жалко. Так, сосиски прилетели. Мандарины. Вот. Вот эти йогурты на сейлике, да? Мы берем вот такие прикольные йогурты, они... У нас мальчики любят их. Они в трубочках, в таких, в палочках. Вот, стоит 4,12. Два? Сайка, да. Мы влезем в холодильник? Да. Да, сказала моя любимая и взяла вторую. Знаешь, упаковку. Знаешь, что такое взрослая жизнь? Это когда у тебя появляется второй холодильник. Поэтому пошли. Ну что, там сошли? Ну у нас же нету второго холодильника, я не понял шутку. Пока нет. Зато в Гребенце, когда мы жили в деревне, у нас было сколько? 4 холодильника. Подожди, у нас был большой холодильник. И 3 морозильника. 3? 3 морозильника. Или 2? 3. Подожди, 2. Не перегибай. На веранде одна напротив другой. 2 напротив другой. Одна одиночная стояла, и с другой стороны 2. Сереж, вспомни. Ну, в смысле, один шкаф с двумя дверками. Хорошо, у тебя было 4, точнее у меня 4. Короче, когда мы жили в деревне и держали хозяйство, да, мы уже там начали резать курочек, свинок, и идем за салатом. И мы резко обнаружили, что да. Некуда жить. Да, и в общем, у нас было точно 2 больших Атланта морозилки. Берем огурчики, 3,98. Это мини, которые, да. Это хорошо, эти берем обязательно. Две берем. Две берем, отлично. Да, потому что детишки маленькие. Вот, для того, чтобы сохранить, так сказать, выращенное мясо, как минимум было 2 морозилки и 1 большой Атлантик. И что, и помидорки хочу взять? Вот я пытаюсь посмотреть. Так подожди, давай вот эти возьмем, наверное, они будут по хорошей цене. 3,48 за 3 лу, это по доллару. Да? Ну, это хорош. И берем какой-то салат. Я вот эту вот весеннюю свежесть хочу.
Шпинат у нас есть. В общем, есть? Как-то мы не загонялись, мы органик покупаем или нет. А когда мы присмотрелись, когда люди начали писать, это органик, это не органик, в общем, получилось, что у нас половина продуктов органик. Это не специально. Это не специально. Мы, я говорю, мы абсолютно не загонялись, цена 3,35, салат органик. Как-то так. Теперь мы можем с гордостью говорить, что мы едим органик еду. Да? Еще такие капусточки ты решил? Это салатики, да? Это салатики. Вот эти. $1.64. За два качанчика. За это два получается качанчика. Даже дешевле, чем 99 центов. Потому что в 99 центов один качанчик стоит. Чуть-чуть громче, если можно, пожалуйста. В 99 центах один качанчик стоит 99 центов. А здесь получается по 80. По 80. Два. Нам нужна куриная грудка. Идем за куриной грудкой. Для этого нам надо оторвать два пакета, если мы берем одну и четыре, если мы берем две, да? Сколько мы берем? Две. В общем, значит, рвем пакеты, идем за грудкой. А вот это вот у нас какая-то вырезка, да, 4,29. Подожди, это не биф, это говядина, правильно? А здесь, смотри, это вот получается что, прямо на шашлык готовое? Бери только и маринуй, да? Или на что, на какой-то, на подливку? Короче, 3,73 за ЛБ. Вот такая вот красивая говядинка. Но мы берем курицу. Говядинка у нас еще есть. Сейчас мы накидаем курочки. Так, курочку мы берем вот такую, $1.75 ЛБ. Я почему-то вот такие лотки. Так, сейчас пойдем посмотрим. Ну, сейчас Марина будет сама курочку выбирать, потому что она ее любит. Лапицы и трогать, чтобы все было правильно. А я буду только озвучивать, что почем, хотеть ничего. Мне вот этот лоток нравится, на нем нету желтого. 11,80 за лоток. В нем приблизительно сколько? 10. Ну почему приблизительно? А вот, 6,74 ЛБ. Это получается 6,74. Ну делим на 2. 3,5 килограмма. 3,5 килограмма. Так, давай. И выдвигаемся на следующую. Так, что я не поняла, это вот три пакета, нет. Один рассыпался. Спасибо. Ну какую еще возьмем? Одну, я выбрал одну. Так, а это получается 11,13 за 6,36. Ну, те же, грубо говоря, 3,5. Пойдешь еще пакетик оторвешь? Мы пришли за грибочками. Класс, отлично, такая вот, мне нравится, большая. Сколько здесь? Бэби. Это бэби, потому что те большие. 600 грамм. 600 грамм? Нет, те, потому что органик. Ну, они органик, а эти бэби, видишь, они маленькие. Ну, значит, получается, вот эти грибочки мы взяли, 3,98, 600 грамм. Угу. Вот такая вот большая коробочка. Ну, это хорошая коробочка. Можно нарезать? Ну, мы не будем нарезать. Нет, ну, у нас же ножик есть дома, да? Можно. Ножик дома есть? Есть, у нас даже точилка есть. У нас даже есть точилка. Я ее торжественно Марине подарил на прошлый Новый год, наверное, да? Да. И она теперь торжественно сама ручно точит ножи. Ой, тебе сейчас должно стыдно. Ну, мне не стыдно, ты у меня самостоятельно. Я просто ее научил. И зачем я буду точить ножи, если Марина сама режет мясо, сама знает, какой ей надо на точке нож, когда ей надо подточить, зачем подточить. Может, я на работе или... Или еще что-то делаю. Она взяла, быстренько наточила. Ты хочешь рыбку зацепить такую? Мне такая рыбка нравится. И мы нажарим стейков тогда. Ну, стейки лучше из тут. Но мы не ездим в магазин, где стейки. Тут мы не ездим. А с чего? Из этой кусочками нарезать и жарить? Ты думаешь, будет хорошо? А почему нет? Если будет нехорошо, я тебе скажу и переделаю. Давай вот это вот возьмем, хорошо? А он не тонкий? Блин, она без кожи, это классно. Это получается 7,88 за ЛБ. Значит, что у нас там получилось? 20. $20 вот за такую филеечку, она без кожи, что это классно. И получается она там
2,64 лб. Это получается 1,5 килограмма. Ну, чуть меньше, может быть, да? А еще мы иногда ездим в магазин, который называется Байлов. Он 10 раз менял название. Да. Поэтому мы особо не запоминаем это. Там мы покупаем именно вот, как, ну-ка объясни, как мы покупаем. Ну, стейк, он называется стейк, красная рыба, он так и называется стейк. Ну, как объяснить, что он с кости идет вот так? Полностью срезанная в профиль в анфас рыба. Я не знаю, это нарисовать что ли? Ну, короче, это вот смотри, вот это получается филе. Да. А там получается два филе с костью посередине. Да. И нарезано на стейки. Яблочко. Мы берем яблочный сок традиционно, 6,48 он. Вот что подорожало у нас, так это вот подорожал почему-то яблочный сок. Он был изначально дешевле, ну, ничего страшного. Берем 2 галлона, потому что дети его пьют, поэтому мы его берем. Так вот этот стейк, и что ты про него хотела рассказать? Ну, этот стейк получается где-то 4,99 за ЛБ. Ну, там кость как бы есть, но их... Но они нарезаны как стейки, и его прямо берешь и жаришь. Я его жарю наподобие как обычный мясной стейк из мяса. Угу. Что у нас по плану наполнения тележки? Так, здесь ничего не надо, мы можем сразу... А ну здесь кофе, может, ты кофе хочешь? Нет, кофе я буду брать лавацу в Коста для Костки. Да? Ну, магазин для магазина. Мы сейчас зайдем во всякие эти нямняшки. Я напутала два магазина. Короче, пришли после Нового года книжечки, которые рассказывают, что будет на сейлах. Маришка их быстро пролистала и спутались у нее в голове Костка с Сэмсом, где какие сейлы, на какие нямняшки и на какие другие продукты. Антоша. У нас Антоша обычно такой корм есть. Ну, это мы так называем нямняшки. Сухой корм. Ну, прикалываемся. Типа. Вот, он ест его, вот как показывают в нормальном американском кино. То есть насыпается мисочка вот таких вот, вот этого сухого корма. Вот эти возьмем. Да. И заливается молочком, и он их трескает за милую душу. И я, наверное, вот эти возьму еще. Зайка, эти с цинамоном. Наверное, эти мы не будем. Же, нет, нет, он их любит. Антоша эти кушает. Точно? Я знаю. Кому бы как не маме знать. А кому непонятно, все равно он будет их кушать. Там Орео еще есть. А кисосы новогодние. Ага. Зимние. Вот такие вот интересные. Пакетики красивые. Очень вкусных, очень шоколадных конфеток. Зачем еще? Ну все, мне тут больше ничего. Как бы тачка набита. Идем на кассу, скажем потом, сколько стоило. А мы сегодня, кстати, делаем, наверное, возможно, если там очереди не будет, то чек-аут будем сами делать. На самообслуживание. Да, съем шоколадку. Как раз десерт я же не получал, его тебе взять. Thank you. Thank you. В Костке мы поели там всякого мяса, сосисок, салатов, а здесь... Будем кушать печенье в шоколаде. Очень вкусно. Да, мы сейчас сделаем. Посмотрим, что дают фриотки. Извините, жую шоколад с печеньем. Все, отключаемся пока. Подъезжаем. Для того, чтобы что-то получить, я тебя не могу записать. Надо что-то показать. Сейчас мы покажем. Вот эту вот. Видно? Да. Мы покажем вот этот штрих-код. И нам должны дать что сегодня? Витаминки? Вот такие. Да, какие-то женские витаминки. Покажи, какие. Нажми. Да, мы желаем. Женские мультивитаминки. Получаете пробничек, пробуете, вам нравится, и вы быстренько спешите покупать. Вот такие замечательные витаминки. Вот мы нащелкали в Сэмс Клабе, получилось 111,40.
сразу йогурт не получил скидку, но вот когда чек прошел, скидка была снята, и в результате получилось сколько там, 103, по-моему, с половиной? На йогуртов $4 скидка, и на каждой вот этой коробке по $2 скидка, $8 скидка получилось. Итого получилось 103? 103 с половиной, по-моему, да? Да. Но мне вот немножко эта система не нравится, потому что... Да, показывает целый чек, а да, скидка почему-то... Вижу, что... Начинаешь думать, почему не прошло. Мне кажется, лучше, когда вот как сразу, вот допустим, например, так чик-чик сразу все показывает. Сразу проходит скидка. Thank you. Have a day. Вот так у нас заканчивается сегодня Sam's Club. Значит, получилось сегодня в Костке и в Sam's Club мы оставили практически равные суммы денег. Там 105, а здесь 103. В общем, грубо говоря, $208-$210. Дай-ка, помоги мне. Давай, я буду. Руди. Рулевой обоза. Вот, то есть, как бы, ну, в общем, получается, что у нас... Опа, звонят дети. Сейчас мы поговорим. В общем, мы закончили наш поход по Sam's Club. Получилась у нас сумма почти такая же, как и в Костке. 103,5. В Костке $105,5. Вот, в целом, получается... Поход по магазинам на первой неделе у нас получился 210, и вчера, наверное, как раз 80. Да, $300. Да, $300, это вот мы сделали первый поход. Но опять же, Сереж, всегда подчеркиваю, что у нас дома очень много, у нас много куплено дома, допустим, рис. Какие-то есть макароны, каши, крупы. Гречка, надо съездить в Джонс купить, заканчивается. Ну, в общем, дома есть какие-то запасы, но, тем не менее, для первой недели у нас получился очень большой расход какой-то. Потому что мы долго не ходили в магазин. Ну да, мы закончили наши походы где-то, да, 24 числа. Перед Рождеством я делал последний заход, а сегодня уже 4, то есть мы неделю не ходили. Ну, я думаю, что мы, скорее всего, на следующей неделе и не пойдем с таким запасом продуктов. Да? Возможно, мы сходим за молоком. Вы все это увидите. На превьюшечках я, наверное, буду ставить, сколько мы потратили, чтобы проще было считать, сколько за месяц можно было отмотать все видео и глянуть по картинкам, по заставкам, а не перематывать, искать чеки. Вот, это будет интереснее и проще. В общем, спасибо всем, кто сходил с нами, потягался по Sam's Club, помог нам наполнить тачку, посмотрел, как это было. Как это было, весело или не весело? Мне написали в комментариях на походе в магазин Костка. Написали видео совсем не веселое. Ну, ребята, извините, это видео и не должно быть веселым. В магазине не клоуны работают, а продавцы. И мы туда ходим за продуктами, а не поржать. В общем, всем, кто с нами, спасибо. Всем, кто еще не с нами, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить очередную веселую серию походов в магазин, нашу поездку еще куда-нибудь. И всем бай-бай. До встречи. Всем пока-пока. Там просто я почему-то туда смотрю постоянно. Там женщина принесла продукты котиков бездомных. Это ее очень понятно. Но вообще бездомные котики, это, конечно, нонсенс какой-то, да? Да. Поэтому ну, она что, своих тут кот? А может, это ее? Может, она живет? А у нас тоже одно время побыл свой кот. Да, аж целых два дня зараза. Который топтал машину. Ладно, давай скажем. Все, ребята, бай-бай.